Симпрессия будет сравнение бамбу всех. Первый давайте будет самого маленького. Да? Вот такой скиндер. Не, я сейчас фонтан посмотрел. Кстати, кто не знал, ну у кого кладыша нет, смотрите, вот это должно быть сзади, а не там. Вот он. Вот такой. Он не трансформируется. Ну, посадить его можно, ребята. Да, короче, можно посадить. Все классно, это надо. Мне это себе не понравилось. Там все шли, приносились давно. Ты еще да, давно. Потом идет вот такой по фильму бомбе. Скажу, как она. Ой. Ноги отвалились. Ну, Саша, ну, это бывает такое. А тут понял, что ли? Да. Он только бомбил. Где там? Вот такой бомбил. Видите, у него лицо посильнее. Помыть хоть по последней части либо вселенная и вот такой бомбил, который может, я вам уже рассказывал про него, который можно еще да это как в этом году у меня появился бомбил. Ну еще тут посмотрим да, лобовое стекло про него тоже уже. Вот такой бомбил большой. И вот такой маленький. Кому какой нравится? Вот такой, такой, вот такой. Это по фильму бомбил. И вот такой. Вот. Большой он. Отличается, видите. У него спереди колеса. А тут он сзади. Задние. И у него машины отличаются. И ну видите, все отличается. Да, тут сера должна быть. А сера только у нас вот тут. Лицо вот тут. Больше нигде нет серого цвета. У нас еще вот тут серый свет. И там куча темного серого цвета. Ну вот тут колесо. И вот тут. Это вообще не до тела. Вот смотрите. Он чуть похож. Это вот такого. Бомбила. Только тут вот они рога. Вот, думаю. А то вот они. Это у него мозгов нет. Кто-то мозги украл. А это он у него украл мозги. У них ничего не шевелится. Ну, у него голова не шамельная. У него этого. Это и у тоботов я смотрю. А, блоки что-то можно дать этому. Видите? Этому нельзя. Но этому тоже кое-что. Но они, видите, не до конца. Ну, чуть-чуть пошевелить или... иголкой или шумом день, чтобы до конца сумел. Вот, все, всем пока.